Прекрасно выглядишь. Не надоело шататься по ночам? Не бойся. Завтра все приберу. Что такое важная персона, ты сейчас увидишь. У мальчика врожденный порок сердца. Кто-то должен научить его радоваться жизни. Мне кого-то поискать? Я уже нашел. Но я не подхожу. Ку-ку. Неплохо выглядишь для парня, которому нужна скорая. Зато ты здоровая, выглядишь паршиво. Откровенно говоря, я начинаю тебе завидовать. Я сейчас описываюсь. Нет, погоди, я еще не готов. Мы только познакомились. Завтра придешь? Конечно. В 3? Я просыпаюсь в 7. Утро? У вас есть опыт общения с детьми? 25 лет. Я ведь сам был ребенком. Значит, опыт есть. Все, что хочу, правда? Да, но как на Новый год, не все сбудется. Ни конфет, ни пирожных. У него диабет. Еще и это? Да. Никакого спорта и физических нагрузок. Что же остается? Все остальное. Ты что, еще ни разу не целовался? Нет. Повезло тебе, что ты меня встретил. Что планируете на сегодня? Экскурсию по лесу. Каждые полчаса шлите мне фотографии. Ладно. Мы чемпионы! Она ни за что не поверит. Думаешь, я совсем дебил? Улыбочка. Собираем листья для гербария. А если я сделаю что-то не так? Я ведь не врач. Ну и рожа. На себя посмотри. Поэтому он тебе и доверяет. Я хочу, чтобы у меня была нормальная жизнь. Спасибо! О,